Друзья, вот побывали мы на митинге, прекрасное мероприятие, оно не закончилось, оно продолжается, более 50 тысяч человек по различным оценкам, я полагаю, значительно больше, вот, и что я хочу сказать, необычайно мягкое и лояльное поведение сотрудников полиции, один из которых на входе спросил меня, не пьян ли я, а когда я ему объяснил, что у меня была тяжелая черепно-мозговая травма и у меня вид такой, он извинился, представляете, какие они вежливые бывают. А о чем это говорит? Операция «Преемник» началась. Что ж, поживем, увидим. Друзья, вот мы с Алексеем Мельниковым, собранные за вчера средства, их на штраф, конечно, не хватает, но Алексею оказывает существенное подспорье. Да, Леша? Огромное спасибо, дорогие товарищи. И сегодня тысячи москвичей пришли на этот разрешенный митинг, чтобы показать свой большой средний палец. Так, это все, мы будем придерживаться строго цензурных выражений. Посмотрите, много людей, ребята, много людей, и это очень приятно. Что ж, мы идем на проспект академика Сахарова, изобретателя водородной бомбы. Много-много людей. Вы знаете, я полагаю, рекорд будет побит сегодня, и дал бы Господь Бог. Вот не успел я еще дойти до митинга, а хочу сказать, что честно я вижу радикальные перемены в количестве, друзья мои, потому что я ходил не раз на эти митинги, и вот не было такого потока людей, идущего на митинг, и там уже много народу. Вот, это прекрасно, дорогие друзья. Пожарных пригнали. Вот зачем здесь нужны бедные ребята пожарные, честные, которые никого не трогают? Могли бы сидеть спокойно. Сегодня поливалки поливают тротуары. Да, да. А вот, кстати, друзья, вот они, наверное, нарочно нам путинцы дождь и послали. Раз они облака умеют разгонять, то, наверное, умеют изгонять. Вот. Но это... Не сахарные, не растаем. Все будет хорошо. На пожар пригнали? Вот, видите, без комментариев. Пожарные честные ребята. И вот их вот пригоняют и заставляют заниматься такой ерундой. Хороший парень. Вот, пожарные хорошие ребята. Вот. Докопался. Я не докопался, но просто мне же интересно, с какой мотивировкой их сюда ребята пригнали. Они бы лучше сидели бы у себя на пожарной станции, чай бы пили. А сейчас где-нибудь будет пожар, и над ними издевательств туда. И не будет пожарных машин. Да. Много-много людей. Прекрасное зрелище. Эти удлинили еще больше путь для прохода. Но люди все равно идут. Сейчас мы как раз прекрасно. Налево идем. Да, да, да. Это площадь трех вокзалов. Да, такого раньше реально я еще не видел. На этой, да, в этом загончике. Мы не факт, что мы туда поместимся. И это приятно. До рамки мне по-любому надо. До рамки дойдешь. Мы будем кричать отсюда. Слушай, вот, прекрасно. Не, он... Путина пасу. Путин и пасу. Молчу. Слава великому и незаглядному Владимиру Владимировичу. Слава, очень плохая. Защемятся груди его. Что, я не буду это... Пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. А я веду маленький видеоблог. А скажите, пожалуйста, а Геннадий Андреевич Зюганов со Скобеевой тут давеча обнимался и говорил, что вот все, кто ходит на митинги, проплачены государственным департаментом США. Он говорил. Он говорил такое. Не точно. То есть получается, что коммунисты КПРФ лгуны? Нет, не получается. Получается, я вас не уважаю. Извините, пожалуйста. Обратился, чтобы выразить вам свое неуважение. Да. Какого именно пешеходного перехода? Много людей, действительно. Кость, люди тут везде. Ты не поверишь. Ну, а митинг санкционирован. О, сколько же народу. Да, друзья, и вот мы продолжаем прогулку. Людей действительно очень много. Тьма, тьма. Как, тьма. Говорю. Тьма. Вот, и много людей, люди хорошие.
А это показывает, что мы не трусы. Это очень приятно. Ого-го. Ну что, ты внутрь идешь? Можно? Благодарю вас. Сейчас, секунду. Вот, друзья, какая технология настолько большая получается к рамкам, что они даже выставили цепь вот этих вот шлемов мальчиков с грустными сумрачными лицами. Вот, и вот так вот они пытаются сортировать толпу. Но это делается тоже для унижений дополнительных, создания тяг. Причем унижают этих парней в шлемах. Парней в шлемах, руководству совершенно, а их судьба безразлична, ну их страдания. В чем? Вот-вот, а как власть встречает собственных граждан, прошу прощения. Стоят и такие герои вот против собственных мирных граждан, как боятся, им не стыдно? Значит, уважают. Они боятся, а уважать им придется. Много людей прекрасно, вообще чудесно. Ой, прости, пожалуйста, прости, пожалуйста. А сколько не считает площадь? Я не считал. Готовимся заранее к проходу телеграммы. Ребята. Вот рамки. Вот и рамки, собственно. Ну, друзья, ну хочу сказать, что на удивление вежливая полиция. Меня полицейский стал мне в глаза смотреть, спрашивать, не употреблял ли я алкоголь, на что я ему объяснил, что у меня в анамнезе черепно-мозговая травма тяжелая и повышенное внутричерепное давление, и он попросил у меня прощения и даже покраснел. Ну что ж, приятно. Значит, полиция остается частью общества, как бы не хотели их разъединить. И да, полицейские без масок, несмотря на распускаемые слухи. Вот. Ну что ж, смотрим. Вот, друзья, а вот не забывайте про людей, которые сидят за решеткой. Не забывайте про них никогда. Мы будем найти просто после рамок и решать проход других граждан. Подождем, так теряем. Да, 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 подождем. А у тебя камеры нет? Ну, значительно больше 10 тысяч. Судя по тому, как мы там стояли, да, все-таки больше. Да, 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 да. Я говорю, все вместе. Я бы просто Вот. Правильно, правильно. Тут вообще что-то не вижу. Ну, друзья, могу сказать, что уже значительно больше 10 тысяч человек я вижу. О, какой парень идет, и он в бешенстве. Вот. Вот. Окей. Много людей, и люди продолжают пребывать. Это прекрасное зрелище, друзья. Обилие светлых лиц. С разноцветными флагами, пускай. Сейчас люди не объединяются ради какой-то даже идеи, а объединяются против. Против произвола властей и против откровенного беззакония. Друзья мои, ну посмотрите, похоже это на какой-то Майдан, горящие покрышки, какой-нибудь бред вроде этого. Нет.
зажигание. Это прокладка. Странные дела. То я по крышам от ОМОНовцев бегаю, то цыгане пляшут. Весело, но забавно. Задорно. Пускай, друзья. А между тем могу сказать, что уже значительно больше 10 тысяч человек собралось на проспекте Академика Сахарова. Вот. Прекрасное зрелище, очень много людей. Ну, значительно больше 10 тысяч, согласись. Не знаю, это больше. Это бомжи танцующие, богатые. Да, да, не исключено, что они такие прокладки, да. Предлагаю уйти туда левее. Вот я не могу пройти мимо этого плаката и замечательной девушки. Не выбирала я, он сам пришел. Кто же эта сволочь, которая сама пришла? Оставим это без ответа. Потому что, дорогие друзья, вы можете назвать эти имена сами. А вот и мы не скот. Прекрасные слова. Мы не скот, у нас есть достоинство, мы люди. И нас много. Да, слушай, значительно больше 10 тысяч. О, я вижу. Прекрасное зрелище. Пойдем по туда, как бы продвинемся, мы. Или... Давай. Много людей. Свободу! Милиция, полиция без масок, несмотря на свои страшилки, мульки, что всем прикажут одеть маски. Вот. И даже есть некое послабление. Пошла властная игра в качели. Напрячь, расслабить, напрячь, расслабить. Тактика дзюдо, вышатывание соперника. Владимир Владимирович, мы знаем ваши трюки. Иван Жданов. Один из жертв политических репрессий нынешнего чудовищного режима. Не все песни. Много людей. Выступает некто поперечный. Не знаю, кто это. Но пусть выступает. Вот, друзья, посмотрите. Маленький дворик Росимущества. Парковка забит здесь. Ну, до полутора батальона, по численности человек 600. Вот. С разными флагами, все такое, но люди, очень много людей, всех возрастов, всех слоев общества, насколько я понимаю. Вот. Много-много людей. Я полагаю, число собравшихся уже перевалило за 20 тысяч человек. Вот. Много провокаторов в толпе шныряет с капюшонами, там, с закрытыми руками. Вот, но очень много нормальных людей. До сцены отсюда по прямой немного более 100 метров. Люди вышли за закон и порядочность. Много-много людей. Вот, дорогие друзья, встал я на тумбу, и вот снимаю. Это такая вот середина проспекта Сахарова. Людей чрезвычайно много. На санкционированный митинг пришло много людей. Приятное зрелище. Люди показывают, что не боятся власти. Люди показывают, ну, власти какой? Власти, которая избивает, запугивает, репрессирует. О, Антон размахнул. Антон, привет! Вот мой коллега по некогда по вечерней Москве, Антон Размахнин. Антон, для моего видеоблога, если можно, передайте привет моим зрителям. Всем привет, товарищи. А вот здесь такие плакаты странные, несколько малоадекватные. Запретить рожать путинистам. Ну, все-таки, мне кажется, это несколько бесчеловечно. Нас спасет революция. Ходорковский придет, порядок наведет. Ну, что ж,
У нас же тут плюрализм, ну пусть высказываются. Поведет, порядок наведет. Поживем, увидим. Вот, что ж, друзья, я продолжаю прогуливаться по митингу, растерял я всех своих друзей. И, как обычно, я сам по себе. Людей очень много, несколько десятков тысяч человек. Вот. Под разными флагами, с разными своими какими-то программами, девизами, но у всех, в принципе, одно требование. Все хотят нормальных, цивилизованных перемен к лучшему. Всем надоел этот бред и беспредел, который имеет место быть. Ну и хотя если они... Вот. Вот. И люди с детьми в колясочках, с маленькими детками. Вот. И много-много народу. Приятно. Ну, не знаю, на мой взгляд, здесь 1040 уже человек, может быть, наберется. В общем, много, очень много людей, действительно. Вот, люди приходят и уходят. А кушать хочется всегда. Вот. Вот, друзья, вы знаете, я не могу сказать, что я разочарован хотя бы на секунду. Я не жалею, что я пришел. Конечно, всем бывает страшно и неприятно. Не хочется дубинкой получить, особенно по голове, особенно если у тебя дыра в черепе. Вот. Но что делать? Надо вставать и выходить. Что было первым, курица или яйцо? Искра побуждения. Свободу моему сыну. Вот, посмотрите, сколько политических заключенных. Вот честные люди, пострадавшие за нас с вами. Простите, а позвольте вам вопрос задать, меня Захар зовут. Скажите, пожалуйста, вас Ходорковский послал сюда вот здесь стоять? Нет? Мы сами. Вы сами? Мы сами, конечно. Зачем нам Ходорковский? А вы провокаторы, да? Нет. Ну честно. А вот это вот, где там вон мужчина стоял, путинцам рожать запретить? Где этот мужчинка стоял? А, нет, сейчас я подойду. Это провокаторы, друзья мои, группа профессиональных провокаторов. Уважаемые, покажите, пожалуйста, плакат. Запретить рожать путинистам. Вы понимаете, что это экстремистский, античеловеческий, антигуманный лозунг? Скажите, вас Михаил Борисович Ходорковский сюда послал? Нет. Нет? А вы стоите как бы молчит. Понял, это вы нод, да? Вы из ноды, ребят? Блин. А вас кто послал? Не, я сам по себе, честно. А сколько сейчас? Полторы, две, три? За выход сколько платят? Не скажете? Ну ладно. Простите, я зла на вас не держу. Вот. Просто людям тоже надо зарабатывать, понимаете, тут и цыган нагнали табор, и вот эти вот якобы за Ходорковского. А господин Ходорковский, вот примите к сведению, не будет свободы, будет Майдан, Ходорковский придет, порядок наведет. Вот они, ребята, провокаторы. Провокаторы. Я за свободную Россию. Молодца. Согласен, мы тоже. Вообще бомба. Это провокаторы чистой воды, это нод, но нод переодетый. Да не, нормальная же идея, Ходорковский уже нормальный человек. Вы уверены? Да. Ну ладно, меня не волнует персоналии, но вы посмотрите, там еще один плакат: путинцам запретить рожать. Вот это уже экстремизм и провокация. Путинцы? Понимаете, кто вот, тут много-много вопросов возникает. Ну вот у меня просто такие путинцы. Смотрите, у них с одной стороны Ходорковский, с другой Майдан, с третьей флаг Украины, с четвертой экстремистский лозунг про путинцев. Сложите, пожалуйста, дважды два, друзья, это тоже провокаторы. Мы сейчас, в принципе, тоже пришли на провокаторов посмотреть. Вот, смотрите, любуйтесь, пожалуйста. Когда они голосовали против, в принципе... Уважаемые, простите, пожалуйста, слава Путину. Слава Украине. Слава, вот, слышал? Слава Путину, вот. Слушай, ты как он всегда со мной. Да что на бить, пойдешь? Да что ему слава? Поцелуйте. Да что ему слава? На бить, потом куратор ебаный. Меня на прошлом митинге этот паспорт от задержание спас. Не хайте Вову. Штатов покаянным кулаком и по данным госкомстата ты его
не просто стадо, ты вань ступень и степень спада, и не ведаешь о том, что причастны этой... В общем, да, поэтическая минутка, это чудесно. Вот, есть, друзья, мужская, ну, слеза, на самом деле, подзамерз, ничего тут такого, как-то особо так. Отваги требующего не предвидится, и я уже отметился, здесь побывал. Что ж, могу сказать, что здесь действительно много людей, ну, действительно, я на глазок только могу считать, но я скажу, что здесь больше 30 тысяч человек уже побывало, на мой взгляд, это однозначно совершенно, вот, это прекрасно. Да, на будущее не рекомендую брать с собой зонтики, это совершенно бесполезно. Вот, и более того, будете тыкать своих товарищей этими спицами в головы. Поэтому не берите уж зонтики, берите лучше дождевики какие-нибудь. Вот, непогода нынче в моде, непогода. Но, друзья мои, несмотря даже на непогоду, много людей пришло. Это очень радостно и отрадно. Этот митинг запомнился мне значительно большим числом неравнодушных граждан, чем обычно. Вот. Люди, не выбрасывайте мусор, он может завести на вас уголовное дело. Да, аккуратнее с мусором, друзья. Мусор – это главная проблема нынешней современной России. В общем, хочу сделать маленькое предсказание. Я полагаю, что вот многие из этих людей, которые пришли сюда сейчас, они уходят не просто так, они куда-то сейчас будут и гулять, и будет все подряд. Что ж, я пришел, свое мнение цивилизованно выразил. Я пришел не один, и со мной пришли множество единомышленников и друзей. Вот, приятно, друзья, приятно. И хочу сказать, что митинг продолжается. Не знаю, похоже, они решили концерт не устраивать, но неважно, приятно, приятно. Но, и, к слову, рупор Москвы и другое мнение что-то как-то потише себя ведут. Ну да ладно, борьба продолжается, это далеко не конец. Это так, только начало середины. Видите, даже туалеты поставили, как власть о людях заботится. Посмотрите, на удивление, вежливые работники правоохранительных органов, что это плохо кому-то, вот, стоят как бы в готовности, в общем, героические защиты режима. Вот. Но сегодня все достаточно мирно и культурно, потому что главные агрессоры – это вот они в форме. Но сегодня все хорошо, культурно, мирно. Некоторые люди уже уходят с митинга, но большинство приближается. Друзья, вот обратите внимание, время 4 часа дня. Через полчаса будет официальное окончание митинга. И люди продолжают идти на митинг. Сотнями просто идут. Вот, это прекрасное зрелище. Почему я говорю, что на митинг? Да потому что по этой улице никогда не ходит такое количество людей, это невозможно. Это одна из боковых второстепенных улиц. И видите, они тут подготовились во внутренних двориках. Слава Путину! Наверняка стоят эти их подкрепления. Все, бежим. А то за такие крики могут и... Вот. В общем, люди продолжают идти, а я хочу поставить за сценой еще посмотреть, что же будет в 4:30. Сотни. Что ж, друзья, прекрасно. Прошу вас обратить внимание, народу чрезвычайно много в этот раз. А прошу также отметить мой маленький анализ ситуации. Необычайно лояльное поведение работников полиции. Вот, они вежливы, предупредительны и даже мне не нагрубили. Вот, работники полиции. И, знаете, я, конечно, не сторонник теории заговора, но это операция «Преемник». Вот видите, даже люди. Госномитинг с противоположной стороны. Где только вход для прессы. Вход противоположный, пожалуйста. Вот такие вот дела. И сегодня даже по-другому немного все выглядит.
Вот на прошлом санкционированном митинге вот здесь они дымовуху запускали на людей. Уважаемые граждане, вход вот на митинг с противоположной стороны. Здесь только вход для прессы. Много людей, друзья. Да, давай, подходите. Вот давай. Часть митинга считайте здесь. Понятно? Каждый из вас виноват! Сволочи! Вот я тут заснял, как дама ругается на двух молодых розыгрышей. Бог убьет вас, понимаете? Всех убьет! Мы за это вот молиться будем! Ну, в общем, мы на Садовом кольце за сценой. Приходите. Тупой ребенок, это шлюганник возьмет убийцами! Ну, на Садовом кольце, да, просто нет, иди на Садовое кольцо. Наивно будет полагать, что власти не подготовились к разгону. Вон у них стоит эта их хваленая, поганая спецтехника, пушечная на колесах. И вон стоят вот эти вот людишки. Вот. Много-много людей. Очень много людей. Прошу обратить внимание, друзья, что митинг вряд ли завершился. Большое, очень большое количество людей идет через Садовое кольцо. И вот один за другим потихарей сотрудников спецслужб идут не к метро. Их прям хари видно. Метро находится совершенно в другой стране. К метро не идет никто. Похоже, друзья, что граждане Москвы решили не завершать мероприятие так, как оно было санкционировано властями, а продолжат его самостоятельно, сами по себе. А люди расходятся по нескольким разным направлениям. Да, друзья, вот люди расходятся, продолжается движение. Очень похоже, много. Люди не собираются вот прекращать. Идут. А, нет. Один полковник, а второй старший лейтенант, поэтому звезды разных размеров. Вот, смотрите, люди продолжают, выходят с митинга теперь в основном, и идут организованно в центр. Неужели люди собираются гулять снова по Бульварному кольцу, не знаю. Но я, как совершенно законопослушный гражданин своей страны, свою задачу выполнил, свое мнение высказал, без страха пришел и побывал. Вот. Что ж, и полагаю, что мероприятие на этом далеко от завершения. Ну, а я пойду монтировать фильмы, выкладывать ролик вот для вас, дорогие друзья. Какие же крики чудесные. Более полусотни тысяч человек, я убежден, друзья. 10 тысяч человек, по различным оценкам, я полагаю, значительно больше. Вот. И что я хочу сказать. Необычайно мягкое и лояльное поведение сотрудников полиции, один из которых на входе спросил меня, не пьян ли я, а когда я ему объяснил, что у меня была тяжелая черепно-мозговая травма и у меня вид такой, он извинился. Представляете, какие они вежливые бывают. А о чем это говорит? Операция «Преемник» началась. Что ж, поживем, увидим.